В отдаленном совхозе «Победа» был потрепанный старенький ЗИЛ. А при нем был Степан Грибоедов. И на ЗИЛе он воду возил. Он справлялся с работой отлично. Был по обыкновению пьян. Словом, был человеком обычным. Водовоз Грибоедов Степан. После бани он бегал на танцы. Так и щупал бы баб до сих пор. Но случился в деревне с сеансом выдающийся гипнотизер. На заплеванной маленькой сцене он буквально творил чудеса. Мужики выражали сомнения и таращили бабы глаза. Он над темным народом смеялся. И тогда, чтоб проверить обман, из последнего ряда поднялся водовоз Грибоедов Степан. Он спокойно вошел на эстраду, и мгновенно он был поражен гипнотическим опытным взглядом, словно финским точеным ножом. И поплыли знакомые лица, и приснился невиданный сон. Видит он небо Аустерлица. Он не Степка, а Наполеон. Он увидел свои эскадроны, он услышал раскаты стрельбы, он заметил чужие знамена в окуляре подзорной трубы, но легко оценил положение и движением властной руки дал приказ о начале сражения и направил в атаку полки. Пели ядра, и в пламени битвы доставалось своим и врагам. Он плевался словами молитвы незнакомым французским богам. Вот и все. Бой окончен. Победа. Враг повержен. Гвардейцы, шабаш! Покачнулся Степан Грибоедов. И слетела минутная плашь. На заплеванной сцене райклуба он стоял, как стоял до сих пор. А над ним скалил желтые зубы выдающийся гипнотизер. Он домой возвращался под вечер и глушил самогон до утра. Всюду чудился запах картечи, и повсюду кричали «Ура!». Спохватились о нем только в среду. Дверь сломали и в хату вошли. А на них водовоз Грибоедов, улыбаясь, глядел из петли. Он смотрел голубыми глазами. Треуголка упала из рук. А на нем был залитый слезами императорский серый сюртук.